случайный лист сорвала с клёна. Дождливый день, унылый вид, а он совсем еще зеленый. Один над городом летит, один по улицам кружит, и в окна бьется на огонь. Ну а потом усталый птиц ко мне садится на ладонь. А ты лети, лети, листок, туда, где наш с тобой исток, туда, где ветер чистый светил, ты все пронизана душой. А город что? Ведь он большой, он нас с тобою не заметит. Доброе утро, Шила. Смотрю, ты сегодня в хорошем настроении. Да, сегодня прекрасное утро. Ну, я пошла. До скорого. Увидимся. Сокол недавно говорил, что хочет сходить в одно место. По его словам, я думаю, смогу найти это место. Ой, напугал. Прости, я не хотел. Скажи, это манера у тебя такая, появляться ниоткуда? Или так тесен мир? Скорее всего, тесен мир. Что это с тобой? Ты какой-то странный? Разве? Я такой уж странный? Ну, обычно ты колкий и вечно грубишь. А сегодня не сказал ни единой грубого слова. И такой спокойный. Не всегда же я такой плохой, Челси. Просто... у меня было плохое настроение. И еще... ты уж прости, мне нужно бежать. К Соколу? Да, ты его не видел? Он возле большого озера, недалеко от гор. Как я и думала. Спасибо, пока. Не сдавайся, Гром, она еще будет твоей. Ну и зачем ты меня позвал? Есть дело. Скажи, Корица, тебе до сих пор нравится Сокол? Да, а что? Возможно, я смогу тебе с этим помочь. Правда? Хотя, постой, зачем тебе мне помогать? Здесь появилась одна лошадь, бывшая домашняя. И она крутится с моим братцем. Так ты ненавидишь домашних лошадей? Да, но она другая. Сам понять не могу, почему она мне понравилась. Так, а от меня-то что требуется? Тебе нужно будет встретиться с братцем и просто о чем-нибудь поговорить. Неважно о чем. Я скажу Челси, что Сокол будет ждать ее возле одного места. И я уверен, она побежит сюда, как миленькая. То есть она должна увидеть, что я воркую с ним? Именно. И тогда я точно знаю, что он ей нравится. Поэтому она должна увидеть его с другой. Тогда не получится никаких отношений. И она его возненавидит. И ты у нас из плохого окажешься героем? Ради такой женщины грех не исправиться. Убери свою гордыню, Гром. Она тебе не нужна. Ты просто хочешь с ней поиграться и бросишь ее, как это было со мной. Что было, то было. И что мне за это будет? В общем,